Итак, следующая финальная пара. Весовая категория до 58 килограмм. Это же юниоры, они постарше юноши. Николай Лукинчук, Россия в красной форме. И его соперник из Узбекистана Азам Рашидов, синяя форма. Лукинчук Николай, Азам Рашидов, Россия, Узбекистан. Только что девушки, юниорки, точнее, отборолись Россия и Узбекистан. И вновь такой же финал Россия и Узбекистан, но уже у юниоров. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, 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 да. Делай, 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 делай. Хорошо, хорошо, хорошо. Внимательно. Первым номером, первым номером. Полторы минуты позади. Хорошо, хорошо. Попробуй через левую. Да, да, да. Косой захват у красного. В ногу проходит синий. Бросок через голову от синего. Переход на болевой прием. Первым номером, первым. Он загрузит. Захват неудобный, видишь, падает. Хорошо, хорошо, Коль. Давай, 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 давай. Первым номером. Активный подворот через спину. Без оценки. И сейчас, конечно же, будет объявлено решение судей ближе к центру встречи. К середине встречи. Спортсмен в красной форме наказан за пассивное ведение борьбы первым предупреждением. На табло по-прежнему 0-0. Минимальное преимущество на стороне синего. Но бороться еще полторы минуты. Физически хорошо оба спортсмена готовы. Полторы минуты прошло. Не видно, скажем так, каких-то следов усталости на лицах, на действиях, на передвижениях. Спортсмены по-прежнему сохраняют хороший тонус. Физически готовы. Вновь бросок через спину с колен. Неудачная попытка перехода на рычаг локтя, и синий вышел сверху. Так работал также первым номером. Первым номером. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Коля, он будет стоять, Коль, надо прибавить.
Так. Хорошо. Обмениваются спортсмены атаками. Не давай садиться. Сядет или не сядет на болевой прием Рашидов? Не сел в итоге, да. Была захвачена нога. Лукьянчук захватил ногу и не позволял перейти на болевой прием. Минимальное преимущество на стороне спортсменов в синей форме из Узбекистана. Вот это, конечно, уже как стягивание расценивается судьями. Я полагаю, что прям с первого раза наказания не будет. Но если будет продолжаться такая картина, такой эпизод будет повторяться, конечно, синего накажут. Но не сейчас. Мельница, спина с колен. Все без оценки. Вот боковой судья Людмила Красильникова показывает, что был сейчас бал красному. Ну, если честно, то, что я видел, мне показалось, что оценок не было. Оценки не было. Но вот назрело наказание для синего. Наказание. И таким образом Лукьянчук, уже спортсмен в красной форме, будет вести это минимальное преимущество по последнему наказанию. Вот сейчас он уже и повел, и сам сразу ушел в партер. А вот это тоже наказывается, собственно говоря. Если он сейчас еще раз так повторит, можно и с первого раза наказывать, то накажут однозначно. Стоит в косом захвате. Поведение из равновесия толчком. Как контур приема броска через спину. Лукьянчук продемонстрировал, заработал балл. И осталось 4 секунды. Все, 4 секунды. Вероятность победы красного высока. Ой. Вот так бывает при попытке проведения броска за ноги. Спортсмены сталкиваются лбами. Сейчас они столкнулись. К счастью, все целы, все здоровы. Итак, Николай Лукьянчук завоевывает золотую медаль в весовой категории до 54 килограмма у юниоров.